Всем привет! С вами Александр Мертолочка, компания Цей Моторс. Очередной стрим у нас второй на сегодня. И что мы будем показывать? Ребята, Субарик. Субарик, который отправляется в Казахстан. Вот такой вот Subaru Forester был приобретен на одном из страховых аукционов. Копарт. Приобрели у страховой компании. Отправляется в Казахстан. Ребята, 11300 выигрышная ставка по нем. Пленку сняли, чтобы показать, что там есть. Что ему нужно, что ему не нужно. В общем, смотрите. Заднюю крышку заказчик приобрел уже в Казахстане. У них по месту. Заднюю четверть мы будем пилять. У нас там есть несколько доноров таких. Будем выпиливать четверть, составлять. Ну, вот такой вот вкратце автомобиль. Нюанс на крыше, кстати, обратите внимание, какой-то видел, не видел. Когда покупали? Было это или нет? В этом месте нет, этого я не видел. На лобовом стекле, обратите внимание, у нас трещина. Кстати, когда покупали, вы видели трещину или нет? Нет, я не видел. Трещину. Вот, лобовое стекло здесь нужно. Вот, смотри, визуально он целый, но такое чувство. Дима, смотри, сколько градов. Ребят, видно, да? У нас много. Давай, то смотри, сколько. Да я рисую. Так, сюда. Сейчас, секунду, дай мне сюда. Смотрите. Вот здесь мятинка. Вот отсюда, смотри. Я не вижу. Очень много мятинок от града. Я думаю, что их можно будет вытащить. Но вот это реально, ребят, никто бы не заметил по фотографиям. Вот здесь, Дим. Вот это никто не заметит по фотографиям. И в описании... Кстати, в описании стоял, что она из-под града или нет? Сломан рычаг. Вот этот мы уже видим. Да, твой рычаг, но его обязательно надо выбрасывать, он не нужен. Ну да, это видно. Так, потолок целый, кстати, безопасность целая, да, ты обратил внимание? Что удары, да, удары ударами, а безопасность вообще вся целая. Сейчас, потому как тут все зажато, а вырывать я не хочу, ты лучше этим занимайся, когда не уже... Стоит. Если ты, смотри, если ты настаиваешь, мы дернем там что-то там, будем пробовать. Сюда вот Мертолочка и компания Цей Моторс. Не забываем ставить лайки, делиться нашим видео. Всем бай, до новых встреч. Моторс, вот мой Субарик, который получился. Это вот та дверь, которую я купил за 580 долларов в Алмате в сборе. Единственный, так называемый, lessons learned, извлеченный урок, это то, что надо было попросить, чтобы сняли эту дверь. И чтобы сделали дефектовку, так как этот торсион был сломан. Эта панель треснута. Эта резинка была вообще в смятку. Благо, все это оказалось у Дениса. Поменяли быстро. Задержек не было по ремонту. Вот это вот то самое крыло. Так называемая четверть, которую вырезали с донора и положили машину на базе. И вот как мне ее сделали. Так вот, вот здесь была вмятина от дерева упавшего. Все сделали очень хорошо. Были также вмятины от града. Мне ее здесь в Астане сделали без покраски. Недорого. Лобовое, которое я поменял. Вот такая вот машинка получилась. Я очень доволен. Мне очень нравится. Вот так вот все получилось. Все. Спасибо, Володя. Денис, спасибо. Все, спасибо, пока.